Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту PINS. Вчера, друзья, успешно стартовал проект. Хочу показать вам статистику. Ну, дней проекту 0, так как старт состоялся вчера в 12:00. И в течение дня шли активации. Ну, не сразу же, правильно. Это же все нужно как бы активировать всех людей, потому что, посмотрите, регистрации более 4000, активации почти 4000, и уже заработано почти 1 000 000 рублей, 919 250 рублей. Я хочу поделиться своими результатами. Проект, конечно, суперский, все только начинается. Так что заходите в проект. Первая площадка стоит 130 рублей. На балансе у меня 1930 рублей. Согласитесь, очень и очень даже неплохо. Я ничего не выводила. Это я все хочу сделать в режиме онлайн. И, естественно, показать, что проект платит. Админ суперский. Он уже доказал свою как бы честность. Вот все его проекты работают. Значит, что я еще хочу сказать. Не забываем просматривать видео здесь на домашней страничке «Обзор и маркетинг проекта». Можно залить себе на YouTube, ставить свою реферальную ссылочку и приглашать партнеров. Если мы не умеем приглашать, то можно покупать клонов. Значит, пополнить, вывести здесь у нас можно посмотреть вся статистика, журнал финансовых операций. И здесь весь мой доход. Вот весь. Это все можно также и у вас. Далее площадка А130. Я зашла на две площадки за 130 и на 390 рублей. Значит, у нас что здесь? Можно покупать клонов, можно покупать рабов. Я вчера прикупила одного раба за 60 рублей. Значит, смотрите. Клоны приносят деньги, как и основное место. Рабы денег не приносят, но помогают переходить на следующий стол всем людям и клонам, которые встают в вашу структуру. В том числе тем, кто встает в вашу структуру после покупки рабов. Чем больше у вас клонов, тем больше вы можете заработать. Чем больше у вас рабов, тем быстрее вы зарабатываете. Я вчера прикупила раба. И вот у меня пошла заполняться структура. Первый стол, второй стол, третий стол. Я перешла в четвертый стол. И когда ко мне вот сюда встанет человек, у меня будет 18 клонов, первый стол. 18 клонов, вы представляете? Пойдут вот в первый стол. Это как бы, как я уже сказала, клоны приносят деньги, как и основное место. Это 18 основных мест. Вот. У меня на балансе в данный момент так 1930. Давайте я прикуплю одного клона. Я раба покупала. И мы кликаем «Купить клона». Ожидает активации. Я перезагружаю страничку. И вот у меня клон. Можно это все посмотреть. Вот мой клон. И ко мне сразу стало два раба. Значит, у меня должно быть... Так, я за 130, у меня 800 плюс 50 рублей мне. Потому что ко мне встал раб. Понимаем это, да? Вот, как посмотреть свою структуру? Например, посмотреть структуру, кликаем сюда. И что личные рефералы подсвечены красным цветом. Это вот у меня идет как бы... от моего вышестоящего спонсора. Можно кликнуть сюда вот так посмотреть. И вот, вот видите, мой реферал. Вот сюда встал вот к этому пользователю.
И как бы красным подсвечено, видим, да? Вот. И вот таким вот образом можно посмотреть как бы структуру. Вот. Отслеживать все. Далее. Площадка 390 у меня еще. Значит, здесь то же самое, только чуть цены выше. Клоны приносят деньги, как и основного места. Также можно покупать клона за 390 рублей или раба за 180. Вот. Также у меня идет структура, заполняется. Сюда встанут мне еще два человека. И я перейду в четвертый стол. И также, когда мне в четвертый стол станет первый человек, у меня 18 клонов, это 18 основных мест, пойдут в первый стол. Конечно, это все супер. Давайте теперь... Так, и самое главное, в настройках не забывайте прописать платежный реквизит и ставить ссылочку на социальную сеть, чтобы ваши партнеры могли с вами связаться. Давайте теперь выведем денежку. У меня 1850 рублей. Здесь пополнить, вывести и перевести. Кликаю вывести. У меня пайр прописан. Будьте внимательны при пополнении пайр. Ой, при когда прописывайте PR кошелек, потому что изменить его можно будет только через администратора. 1850. Так. Так, давайте. 1850 кошелек. Вывести. Кликаю вывод. Выплата добавлена. Я перезагружаю страничку. Успешно переходим на почту. Вывод инстантом, друзья. Видим, да, вот все делаю в режиме онлайн. Но PR у нас берет, как всегда, немножечко комиссию. Плюс 1832 рубля. 21.02.21 года. И комментарий. pins.ru. Все супер. Я проектом очень, друзья, довольна. Баланс у меня по нулям. Также здесь можно, вот опять же таки, вот здесь вся статистика, мой вывод. Вот он. Ну и также идет статистика. Приглашаю в замечательнейший проект. Все проекты данного админа работают, платят. Ну, тут уже нечего добавить. Проект, конечно, супер. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!